Вот сегодня в магнитике купил вот такую штучку. Попробовать долма из говядины в виноградных листьях. Я не раз был. Уверен в этом? А что, плохо что ли? 250 рублей, правда, эта банка стоит. Сколько есть грамм? Ну, это грамм? Нормально. Это недорого. Говядина 30, ну, нифига себе баночки. А, нифига, полкило, 525 грамм. Белка 8 грамм, жиров 11 грамм, углеводов 10 грамм. Ну, хорошо. Что, будем пробовать? Давай. Давай. О, смотри, какая красота. Ну, чик-чик, вот она штучка. Сейчас открываем. Там. Ого. Ну, и, по крайней мере, выглядит неплохо, да? Ну, я не знаю, как она должна выглядеть. Но... Ты ее будешь подогревать? Ну, ты а что, холодно буду есть? Ну, да. Да, ума, нифига себе. Ее можно есть, хотя на вкус нет. Ты отказалась, да? Ты от еды долмы. Из чего она? Из виноградных листьев. Из говядины. Из говядины, да. Блин. Там вот три штучки осталось куда? Ну, от завтра покушаешь. Ну, так, ничего. Сейчас пару секундочек надо погреть ее. Я вот уже нахожусь. Насвинячил здесь чуть-чуть. Первый раз вот дома пробую. Это, наверное, как голубцы такие, да? Ну. Сейчас, если мне понравится, ты будешь тут долму готовить тогда. Бери пока, ищи рецепт из говядины долму. Так, ну, это на завтра, да? Или на вечер? На вечер у меня еще есть конина. Тушеная, вот у меня еще есть. Могу вечером баночку конины съесть. И яйцом запить. И яйцом запить, да. Могу еще цыпленком заесть это все. И могу еще удобное яйцо. Это все белка. Капец. Правда, у меня плечо будет здесь. Плохо занимаюсь. Так, так, так. Ну что, снимаем пробу? Давай. Из долмы. Из долмы. От долмы так пахнет. Пахнет? Ничего пахнет. Вроде. Ну, чем-то пахнет. Так, давай поближе. Сейчас я кусочек отрежу. Что там? Ох, она еще с рисом. Ну как? Это лайк? Лавровый листья. Вот эти. Ну так, ничего, здесь можно, но... Ну... Больше не буду брать. Ни за что, много, да? Много риса, много листьев, мало мяса. Ну ничего, поесть можно перекусить.